Пожаров стало меньше, гибнуть стали реже. В Главном управлении МЧС России по Мурманской области подвели итоги работы ведомства за прошедший год и обсудили задачи на 2016-й. На встрече личного состава с руководящим были рассмотрены вопросы обеспечения пожарной безопасности, гражданской обороны, надзорной деятельности, оснащенности подразделений Главного управления техникой и оборудованием, развития добровольного пожарного и спасательного дела. В целом работа регионального ведомства была оценена положительно. По ее итогам руководство наградило лучших сотрудников. В 2016 году основное внимание будет уделено повышению уровня реагирования на чрезвычайные ситуации и пожары, оснащение пожарно-спасательных подразделений. 2016 год у нас обозначен годом пожарной охраны, пожарной безопасности. Значит, будет продолжаться работы по реконструкции системы оповещения, развитию системы «Безопасный город», а также все мероприятия, которые возложены на МЧС России в 2016 году.